Прежде чем вы станете богаты, вам потребуется нечто большее, ценное, чем деньги. Ваши личностные ценности, то есть то, что вы считаете правильным и неправильным, лежат в основе вашего успеха. Я уже не раз говорил о том, что успех не ограничивается только деньгами. Он связан с тем, что для вас имеет значение, и насколько вы последовательны в реализации своих целей. Достижение благополучия в одной области, жертвуя при этом ценностями в другой, нельзя назвать успехом. Жизнь в согласии с личностными ценностями дарит вам истинное ощущение значимости, поскольку вы знаете, что взяли планку, которую поставили перед собой, и уверены, что в будущем сможете покорить еще большие высоты. Это могут быть личностные моральные нормы, деловая этика или стандарты, которые вы установили для своих сотрудников. Ценности, которыми вы вертите, как пожелаете, с одной стороны, или отсутствие прочной системы ценностей с другой, будут лишь отдалять вас от конечной цели. Если вы, глядя на себя, не чувствуете, что стали тем человеком, каким мечтали стать, что изменит деньги, секс или слава? Отсутствие прочной системы ценностей приведет к тому, что вы будете ощущать себя никчемным и бесполезным, потеряете уверенность в себе и самоуважение. Не предавайте себя и свои принципы. Не продавайте себя ни за какие деньги. Если ваши ценности достаточно прочны, вы неизбежно добьетесь успеха. Наберитесь терпения. Определите ценности, имеющие для вас наибольшее значение. И придерживайтесь их, несмотря ни на что. Со временем это поможет вам лично обрести силу, а вашему бизнесу коммерческую мощь.